Великолепный тренер по боксу, отличный психолог и даже великий человек. Так отзываются о своем наставнике Александре Пенькове его многочисленные воспитанники. Кто-то занимался под началом известного харцистского тренера много лет назад, кто-то и сегодня внимает советам Сан Саныча. Кстати, именно так его называют спортсмены, коллеги, друзья. Сегодня заслуженному тренеру Александру Пенькову исполняется 70 лет. Юбилей любимого тренера заставил его воспитанников разных лет, чемпионов областных, республиканских, международных соревнований, оставить все свои дела и собраться возле спорткомплекса «Трубник», спортивной базы, где Александр Пеньков работает с самого открытия. Когда открыли спорткомплекс в 1978 году, секция бокса. И мы, как у нас очень много было ребят, одноклассников, мы пришли заниматься именно боксом. И это в этом спорткомплексе, потому что первые тренировки проходили в фойе спорткомплекса на Трубнике. И практически вот с того времени я остался в боксе до по сегодняшний день. Это уже стаж очень приличный. Внимая советам своего наставника, Андрей Балясов стал мастером спорта СССР. В 1992 году чемпионом России среди профессионалов, а в конце 90-х перешел на судейскую работу. За свою спортивную карьеру и не только благодарит Сан Саныча. Все мне лично дал, потому что я как получил и закалку спортивную, и жизненную закалку. Уже сколько лет мы все вместе, все рядом. То есть это жизненный урок огромный и очень такую серьезную закалку дал. Ступеньку за ступенькой на пути к спортивному олимпу преодолевал Евгений Кибалюк, идя рука об руку со своим тренером. Он знает, что из нас делать, как это делать и для чего нас делать. Поэтому он всегда был требовательным. То есть где-то там зафилонить такого не получалось. То есть если он требовал, нужно было выполнять, и соответственно мы понимали, для чего он это требует, то есть это наш результат, соответственно, наше достижение. В 97 году я уже участвовал на юношеском чемпионате Европы. Потом в 98 году я уже был призером чемпионата Европы среди юношей. В 99 году выиграл чемпионат Европы среди молодежи. В 2000 году участвовал на чемпионате мира среди молодежи. В 2001 году был участником чемпионата мира среди взрослых. Потом готовились к Олимпийским играм 2004 года, но немножко не сложилось, и Олимпиада прошла без нас. Политика и закулисная борьба за право выйти на олимпийский ринг не позволили сбыться мечтам харцистского боксера Евгения Кибалюка и его бессменного тренера Александра Пенькова. Оба одинаково переживали. Это второй отец, то есть он про нас знал практически все от и до. То есть, для своих воспитанников Сан Саныч – человек особенный, строгий и в то же время добрый, не жалеющий порой крепкого словца, но и не отказывающийся от веселой шутки. Давно повзрослевшие боксеры сегодня с улыбкой вспоминают свои первые бои на ринге Трубника. Первый день я пришел, никого не было. Ну как никого не было? Сан Саныча не было, ребята были, а Сан Саныча не было. Ну начал колотить грушу, первый дело, ну что это заниматься же. Тут заходит Сан Саныч и говорит, кто грушу обижает в ринг? Я говорю, Сан Саныч, да я только первый день пришел, я как в ринг? Он, ну грушу, говорит, можешь бить, давай, значит, и в ринг. Ну что, ну звезды, первый день, там парень, он занимается месяцев 4-5 уже, как бы он же стойку знает, удары тяжелее. Ну, в общем, первый день получил, обиделся, думаю, ладно, хорошо. Пришел на второй день, неделю позанимался, через неделю Сан Саныч нас опять ставит в пары с этим же парнем. Я его уже отлупил, так сказать. Выиграл у него, ну не отлупил, выиграл. Сан Саныч, ну что, говорит, тогда начнем заниматься уже серьезно. Когда пришел, ну строгий был, строгий. Мы дети все-таки, он сказал, надо делать, значит нужно делать. Мог и крепким словцом это все подкрепить, так что дисциплина у него была на высоком уровне, да. Конечно, как повзрослели, уже вроде казалось не такой строгий. Ну а конечно, когда, что касалось тренировочного процесса, это всегда было строго, строго, еще раз строго. С утра мы бежим на стадион, в 6 утра уже на стадионе, там позанимались, потом бежим в техникуме отучились, после техникума идем сюда на тренировку, занимаемся в зале, потом домой, короче, спать, я не знаю, нас дома года два не видели, думали, что мы в армию ушли. Мы говорим, да не, ребята, просто у нас как бы
И сборы, соревнования, сборы, соревнования. В видеоархиве нашей телекомпании найдется несколько десятков спортивных сюжетов с участием заслуженного тренера. Вот, например, съемки 2001 года. В каждом человеке надо быть я. Я Кибалюк, я Волков, я Адамович, я Пеньков и так далее. Он должен личностью быть. Вот. А это нужно обязательно, чтобы в тебе было я сильный. Я достойный. Самое сложное, конечно, это создать, сформировать не мышечную массу, а создать, подготовить его психику, нервную систему, морально-волевый котел. А это уже 2019 год. Александр Пеньков по-прежнему тренирует ребят и по-прежнему всего себя отдает любимому делу. Воспитать чемпиона – непростая задача. Каждый день обязательно надо что-то делать, что-то говорить ему, что-то объяснять ему, работать над техникой, над тактикой, над морально-волевым качеством, над физической, общей физической подготовкой, специальной физической подготовкой. Это Александр Пеньков о работе с одним из действующих спортсменов Игорем Григорощуком. Опытный тренер ведет 24-летнего боксера к его спортивной мечте. Сан Саныч, для меня он открытый, то есть настойчивый, всегда даст совет, добрый, веселый и дает идти к своей цели. Он очень помогает этому. Какая у тебя цель? Цель у меня стать чемпионом по профессионалам, хотя бы Россия, там дальше будет видно. Президент Харцизской федерации бокса Андрей Балясов в свое время тоже учился у заслуженного тренера. Знакомство же состоялось намного раньше. Помнится мне, что я еще спал даже на ринге, когда отец занимался. Вот. Ну, естественно, оттуда, скажем так, наше знакомство началось. Сан Саныч – это человек великий, на самом деле великий. Он воспитал очень большое количество спортсменов, которые достигли не только какого-то определенного уровня, но мирового уровня. То есть среди наших, скажем так, спортсменов есть люди, которые выступали по профессионалам, которые судят профессионалов, которые непосредственно боксируют среди профессионалов. Но также и среди любителей он очень много мастеров спорта воспитал, очень много кандидатов в мастера спорта воспитал, очень много просто юношеских разрядов воспитал. Воспитанники и коллеги Александра Пенькова не скупятся на добрые слова в адрес своего уважаемого наставника, особенно сегодня. С днем рождения, Сан Саныч!